Сейчас мы прослушаем интервью с Веркером Карроном. Добро пожаловать, мистер Сверкер, на наш вебинар. Самый важный вебинар, который мы ждали после мероприятия. Мы рады работать с вами, с нашей командой. Вся наша команда здесь. Давайте послушаем вас. Спасибо. Мне легче говорить на английском, чем на испанском. Да, как Рен сказал, мы в конце концов уже онлайн, мы уже запущены. 14 ноября мы запустили официально Mixer. Если вы еще не заходили, зайдите в свой офис и посмотрите запись нашего мероприятия, где выступал Грег Стивенс, генеральный директор Emerge Gaming, у которого есть большие планы на Mixer, на дальнейшее развитие. Мы начали запуск Микстера, и мы делаем это трем группам людей постепенно. У нас есть ранние пташки, это держатели билетов на мероприятие 14 ноября. Конечно, далее у нас идут топ-лидеры, и мы делаем регистрацию ранг за рангом. Также у нас есть доска лидеров в спиннере приглашения Микстер. И сработало удивительно, потому что у нас зарегистрировалось 12 миллионов пользователей, новых пользователей, которые зашли в Микс. И сейчас регистрация ускоряется, потому что каждый день мы регистрируем больше и больше людей. Моя оценка, что в течение ближайшей недели любой человек, который хочет зарегистрироваться и получить платную подписку на Микстер, сможет сделать это. У нас сервис постоянно работает круглосуточно. И когда вы заходите в Микстер, вы выберете подписку. У нас есть три вида. Вы можете попробовать одномесячную подписку за 7,50 евро. Или также можете зарегистрироваться на 6 месяцев за 39 евро. Или 12 месяцев за 69 евро. Оплата проходит без проблем, где бы вы ни находились, с помощью Visa, MasterCard. Если у вас есть Новопаго, вы можете оплатить им. Также у нас есть решение для криптовалют. И нам отчитываются уже пользователи платформы. И мы постоянно работаем над улучшением программы. Но с технической стороны все работы завершены. Теперь все зависит от вас. Вы должны собрать сотни миллионов игроков, и тогда мы сделаем влияние, изменим индустрию. То, о чем мы говорили. В первой фазе мы выпускаем социальные игры Mixter. Что такое социальные игры? Это игры, когда вы не играете сами с собой, а вы играете с другими людьми. Сейчас у нас есть 6 или 8 турниров на платформе, в которые вы можете пригласить друзей, чтобы они играли с вами. И ощущения замечательные. Я вот, например, только зарегистрировался вчера и даже играл с некоторыми топ-лидерами здесь. Я даже не мог заснуть. Но так было интересно играть, потому что играешь с живыми людьми. И здесь есть еще одно отличие от нашей платформы, от других игровых платформ. Мы можем играть в любом месте. И вчера нас спрашивали, есть ли у нас бесплатные игры. Нет, у нас нет бесплатных игр. А в других местах что вы делаете? Либо, если вы не в Mixer, вы платите за игры и играете спокойно, или вы играете бесплатно, но смотрите постоянную рекламу. Здесь в Mixer у нас нет бесплатной подписки, но у вас нет никаких реклам, и вы бесплатно играете в любые турниры, участвуете в розыгрыше. Также есть разница социальных игр от мобильных игр. И мы должны обучать людей, что такое социальные игры. Также в следующем году, в начале года, в первом квартале, мы запустим Mixer Plus. Это премиальные игры. Такие игры, которые обычно вы играете на Xbox или PlayStation. Это игры с хорошей графикой, высоким разрешением. Вам нужен хороший интернет, 4G или 5G, лучше Wi-Fi дома.
Mixer Plus вы сможете вовлечь настоящих игроков, которые именно игроки, известные по всему миру. Но что касается социальных игр, это то, что мы запустили сейчас, это то, чем пользуется большинство людей. Тут не нужно никаких особенных знаний, способностей. Это люди могут играть в любое время. И после Mixer Plus у нас идет платформа электронного спорта. Это уже существующая индустрия, огромный рынок. Различные компании существуют, которые хотят стать брендом номер один в электронном спорте, но до сих пор нет бренда номер один. И если мы все сделаем правильно, вместе с вами, партнеры Crowd1, мы можем стать брендом номер один в электронном спорте. Что такое электронный спорт? Это, вот, к примеру, как будто бы вы играете в футбол, цифровой футбол, но также вы можете делать ставки на победителя. Так что существуют две стороны в электронном спорте, которые заинтересованы в этом. Это игроки и любители ставить ставки. Да, конечно, в Mixer мы делаем деньги, мы зарабатываем деньги. По этой причине мы здесь. И существует много способов зарабатывать в Mixer. Для каждого клиента, которого вы приглашаете, вы получаете бонус прямых продаж. И этот бонус вы будете получать каждый месяц, пока ваш клиент платит за подписку. Это идеальный пассивный доход. В других сетевых компаниях люди продают продукты, которые могут им разонравиться или просто они им перестанут пользоваться. Здесь же большинство людей играют в игры, и это идеальный продукт для нашей индустрии. Но кроме бонусов прямых продаж, вы также становитесь участником пула активных пользователей, покупая свою собственную подписку. И здесь вы получаете долгосрочный пассивный доход с большего количества людей, а не только с ваших личных клиентов. Поэтому очень важно быть участником пулов активных пользователей. Также у нас есть реворды. Вы уже забрали некое количество ревордов. Ревордсы будут дорожать, а также они вам дают право требовать часть прибыли компании. И это еще один способ получения денег с Mixer'ом. И также, когда вы в Crowd1 поднимаетесь по рангам, вы также имеете право требовать свою часть прибыли. Это основной самый крупный продукт Crowd1. Конечно, у нас есть Live Trends, Tribute Safer, но это самый основной, самый главный продукт, о котором мы думали, когда мы начинали Crowd1. Mixer это, то есть вокруг нее вращалась вся идея Crowd1. И сейчас мы очень сфокусированы на Mixer. И впереди у нас очень заняты первые два квартала следующего года. Перевод Яны Лапенко. Подписывайтесь на канал Millennium. Так, может быть, у вас есть какие-то вопросы ко мне? Ренс, есть ли у тебя вопросы? Очень вы хорошо все объяснили нам, мы все поняли. Ренс, у тебя есть вопросы? Да, мы посвящаемся в эту тему. Вообще, я сам по себе не игрок, но для меня это мечта построения пассивного дохода. Это модель по оплаты подпиской, это самая гениальная бизнес-модель. И вот что я думаю, что сейчас 3 миллиарда игроков в мире. И в каждом доме, в принципе, есть люди, которые играют. И здесь мы просто людям говорим, вот попробуйте нашу платформу и посмотрите, как вам понравится или нет. То есть мы ничего нового не просим людей платить. Мы просто перенаправляем расходы, которые люди тратят в одно место, на нашу компанию.
Вот, например, у меня в Азии есть хороший телевизор, и у меня есть Xbox. И для того, чтобы купить одну игру, я потратил $50-$60. И я купил, вот, например, около 50 этих игр. А здесь по очень маленькой цене у вас получается большая коллекция игр. Это очень удобно. И люди моего возраста, например, они вынуждены тратить на игры. Почему? Потому что у них есть дети, которые просят их кредитные карточки, чтобы оплатить игры. Так что у них уже есть вот это поведение, когда они оплачивают игры. В прошлом году, когда мы впервые обсуждали Микстер, я стал изучать эти рынки и сказал: да, это мечта, воплощающаяся в реальность. Это лучше, чем Голливуд. Конечно, у нас бывают сложности, нужно терпение для того, чтобы компания начала работать гладко. Но относительно перспектив, это просто мечта. И вы знаете, я сейчас главный продвигатель игр в своей семье. Если мои родственники не хотят играть, я им просто бесплатно оплачиваю подписку. И когда им нравится, люди приводят новых игроков. Это так работает. Я позволяю людям делать партнеров из партнеров. Сверкин, может, вы объясните нам, как это работает, если клиент приглашает клиента? То есть он сам не партнер, а просто игрок. Может ли он заработать деньги? Да, вам не нужно быть топ-лидером в CrowdOne, чтобы работать в Mixer. Вы можете просто быть активным клиентом. Вы можете привести 8 партнеров, 8 игроков, и 8 человек уже будут оплачивать вашу собственную подписку. Вам не надо будет ничего оплачивать больше. Это будет бесплатно. И еще очень важно, когда вы регистрируетесь на Mixer, вы занимаете место в CrowdOne. И если в один день вы понимаете, что вы хотите быть партнером CrowdOne, вы можете зайти со своим логином в CrowdOne и просто купить образовательный пакет и стать полноценным партнером. Так, это одно. Теперь после запуска вы можете участвовать в одном из двух промоушенов. Первый промоушен работает так. Вы регистрируете троих клиентов на 6 или 12 месячную подписку. И тогда вы получаете ваучер на четвертую такую же подписку, которую вы можете продать, использовать сами или подарить. Ее стоимость будет 39 или 69 евро. Только 3 клиента. Если вы приглашаете 6 клиентов, то получаете 2 ваучера и так далее. И это основывается на клиентах. Вам не обязательно быть бизнесменом или активным партнером CrowdOne, чтобы зарабатывать Mixer. И если вы работаете с CrowdOne, вам понравится следующий промоушен. И он работает до следующего мероприятия. И оно дает вам 600 CrowdOne ревордов за каждую подписку 6-месячного клиента. И если вы подписываете 12-месячного клиента, то вы получаете 1200 ревордов. И это будет работать до следующего мероприятия, поэтому используйте эту возможность до 19 декабря. Удивительно, Сверкин. Я всегда говорил, что мы – это компания, которая сориентирована на приобретении клиентов. У нас программа приобретения, привлечения новых клиентов. И то, что вы описали, это инструмент, с помощью которого легко привлекать клиентов. И у нас действительно будет рекордное количество клиентов. И это хорошо как для резидуального дохода, так и для людей, с которыми мы строим команды. Многие люди здесь хотят сделать 200-300 евро. Это несложно сделать. С помощью привлечения игроков это сделать очень легко. Я ездил в некоторые страны и встречал 13-летних детей, которые являются профессиональными игроками в Азии, и у них миллионные последователи. И они, возможно, не будут заинтересованы в карьере в CrowdOne, но они могут сделать миллионы долларов, привлекая большое количество игроков.
И эти игроки, возможно, даже не понимают, как они могут классно зарабатывать, потому что сфокусированы на играх. Но да, они могут привлекать людей, и компания дает нам правильные инструменты для того, чтобы привлекать обычных игроков, не бизнесменов. Так что для нас это новый бассейн, новый пруд, в котором мы можем рыбачить. И расскажите нам немножко о турнирах. Когда мы заходим в Mixer, мы видим какие-то бренды. Я видела Adidas, Red Bull. Может, объясните нам, как эти компании, зачем Mixer привлекает эти большие бренды? Эти бренды привлекаются в Mixer, потому что мы будем номер один в играх. И они хотят приходить в большие компании. И для нас это очень хорошо, потому что мы используем известные бренды для того, чтобы продвигать наш бренд. И у нас есть и Nike, и Adidas, и у нас есть известная компания, производящая купальники, и они разыгрывают путешествия на Мальдивы, на самую лучшую вечеринку. Это как фестиваль, где будут известные люди, красивые люди, и вы проведете замечательный выходной в вашей жизни. Это то, что предлагают эти бренды. И у нас будет еще больше брендов, которые будут участвовать в турнирах, разыгрывать свои призы в играх. Томми Хилфигер, например, они не пойдут в неизвестную компанию, они уже пришли в Mixer. У нас здесь есть вопрос. Объясните, как вы выводите деньги из Mixer? Объясните? Да, когда вы заработали деньги в Mixer, они окажутся на вашем аккаунте в CrowdOne. Все деньги будут поступать на аккаунт CrowdOne. Да, это хороший вопрос, потому что в Mixer вы только делаете приглашение, и деньги пойдут на аккаунт CrowdOne. Да, то есть, подписываясь в Mixer, вы автоматически получаете ваш аккаунт в CrowdOne, и деньги будут поступать туда. Mixer – это легкая платформа. Единственное, что у вас есть, это только ссылка для приглашения. Этого достаточно для того, чтобы сформировать свою базу клиентов. А деньги пойдут в CrowdOne, и оттуда вы можете покупать все, что хотите, использовать деньги, как вам надо. И в ближайшее время у нас будут подписки, где вы можете оплачивать и свою подписку, либо за каких-то клиентов, которых вы пригласили. Да, замечательно. Нам нужно всем использовать для того, чтобы привлекать людей. Знаете, в 90-х я своего младшего брата возил на партии, на вечеринку LAN, Local Area Network. Это, ну, я так понимаю, что вечеринка компьютерщиков. И для того, чтобы показать, как работают эти компьютеры, им очень много приходилось вот этого железа таскать, соединять. Затем произошло взрыв PlayStation и Xbox, когда они набрали пик популярности, и они всех победили, и они очень удобные были в использовании. И теперь у нас следующий шаг – это мобильные игры. И здесь мы можем капитализировать на том, что мы зарабатываем на именно росте рынка, да, на интересе людей. И сейчас, если, например, до карантина, до этого пандемии в Америке, здесь в Азии люди собирались на стадионы по 10 тысяч человек, а теперь такое невозможно делать. И никто из этих организаторов электронных игр не стал синонимом электронным играм. Например, если вы думаете о спортивных играх, вы думаете Феррари, да?
И вот мы думаем, что так же будет с микстером. Когда будут думать об электронном спорте, люди будут думать о микстере. И я помню, как год назад наш генеральный директор выступал и сказал, нас было тогда 400 тысяч человек, и он сказал, когда нас станет 10 миллионов, мы достигнем весь мир. А теперь нас уже 21 миллион партнеров. Мы уже в два раза больше его видения. И если мы... Так что, партнеры, нам нужно установить флаг на Луне, стать брендом номер один в электронном спорте. Это наша цель. И это то, что мы заявляем публично. Так что, ребята, сейчас компания занята развитием Микстер. Расскажите нам, как будет происходить введение Микстер. Да, у нас есть три группы, как я сказал. Среди первых людей. И как мы будем распределять постепенно регистрацию, и мы будем смотреть, как все работает, и следить за всем. Так что я думаю, что в течение 7 дней у нас все желающие уже смогут оплатить подписку. Если вы не можете подписаться, попробуйте еще раз, потому что, возможно, там какие-то сложности, и вам обязательно нужно использовать продукт и показывать его. Во всем мире сейчас 120 миллионов дистрибьюторов в старой экономике, то есть я имею в виду обычные сетевые компании с физическим продуктом. Вы можете представить, что мы сейчас почти 1/5 часть той индустрии, всей индустрии сетевого бизнеса. Я вижу нас как IT-компанию, и наши цифры будут астрономические. Мы выросли в 27 раз по сравнению с прошлым годом. И с Микстером мы должны вырасти в 50 раз быстрее, с новыми инструментами. Есть ли у нас какие-то еще вопросы? Ну, я не могу уже читать тут много сообщений. Я просто поделюсь своим мнением. Да, это как ты сказал, мы должны показывать пример с собой, мы должны сами оформить подписку, поделиться с друзьями, со своими семьей. Позвоните своим нижестоящим партнерам, пообщайтесь с ними, расскажите о Микстер, обсудите это. И, пожалуй, все, что я хотел сказать. Спасибо, Сверкер, что вы были с нами. Я знаю, что вы очень-очень заняты. И если у нас будут новые вопросы, я надеюсь, что мы можем вас еще раз пригласить на нашу конференцию. Когда придет ваша очередь, вам придет email, и вы можете потерять его в спаме, так что не забудьте проверить. Ну, также у вас будет в бэк-офисе баннер о том, что вы можете зайти в Микстер и зарегистрироваться. И обязательно участвуйте в турнирах. Я выиграю, но вы можете выиграть в следующий раз. Поэтому давайте вместе играть. Все, спасибо большое.